Всем привет! У нас сегодня вечерняя субботняя вылазка семейная. Но не в ресторан, конечно, но почти. Сидели-сидели мы. Днем сегодня еще такие, блин. А нам нужно купить маме люстру. Вот, но, естественно, это можем сделать только с мамой. В общем, у нас, как получилось, у бабушки практически готова комната. Я, кстати, не рассказывала. Бабушка много везла с собой. То есть у нее были определенные условия для того, чтобы, ну, переезд. Она сказала, мы так смеялись, с люстрой. Она сказала, что люстру он свою забирает. В общем, там свое кресло, свое то, свое все. В общем, ну, сами понимаете, бабушке 8 с лишним лет. Им нужно, чтобы вот все как было, так и осталось, так проще. Ну, в общем-то, у нее получилась очень уютная, классная комната. Я покажу вам, как мы сейчас доделаем. Вот, уже вот практически все, Денис уже там электричество, все подключил, все сделал, классно получилось. Но, знаете, вот прям такая, я с ней даже не спорила, вот как она захотела, так и сделали, только чтобы ей было комфортно. Такая прям бабушкина уютная комната, это прям очень даже мило и прикольно. Вот, но осталось нам ей карниз купить, чтобы повесить эти шторы. И дверь поменять. Ну, дверь, понятно, заказываем. Вот. И решили. И маме нужно тоже, карниз у мамы есть. Ей нужно тоже дверь осталась, в принципе. Но ей диван еще надо покупать, в общем, плевать. Ребенок пришел. Вот. И люстра. Самое главное, люстра. Чуть не выпала сейчас из машины вообще-то. Лик, дай я договорю, пожалуйста. Хорошо? Вот. Важная информация. Ребенок тоже даже, видите, как ее стимулирует, что мы все вместе. Он сказал, что он тоже с нами поедет. Вот. В общем, мама будет смотреть. Ем в Леруа. Нам нужно посмотреть люстру и посмотреть карниз. Экстренные новости. Я только что чуть не выпала из машины, а там снег на улице. Ужас. Вот. И, короче... Я сейчас ее стукну. Я сейчас тебя стукну. Почему? Потому что ты меня любишь. Ты не знаешь, что я тебя не стукну. В общем, едет в итоге мама, Лика, я и Денис. Бабушка сегодня ездила в поликлинику и так устала, говорит, там, нанервничалась. Вот. Так нанервничалась, что это? Говорит, нет, я не поеду. Но мы такие ходили, а там же рядом Ашан. Я говорю, нам в Ашан не надо. Мама такая, я подумаю. Ну, короче, сейчас еще, может, в Ашан заролю. Хотя из еды нам, в принципе, особо ничего не надо. Может, какие-нибудь снятки, не знаю. Мы питаемся соусом. Которого сейчас нет. Поэтому мы голодные. Лик, ну, папа шуршит, ты стучишь. Вот она, веселая семейка. У меня музыка крутая играет. Так что вот так. Бум! У меня много энергии, хорошее настроение, поэтому я поехала всех бесить и доставать. Вот. Моя цель на день. На вечер. Но днем-то я доставала тоже человека другого. Ну, она гулять сегодня днем, да, ходила. В общем, я вот сегодня гуляла. Такая я крутая гуляна. Вот. Это так. Это все, что ты можешь, да, рассказать? Вот эту тупость в камеру. То есть у тебя сегодня настроение... Знаешь, вот мне нравится, когда ты... Блин. Когда ты в нормальном состоянии. Хватит чистить машину. Тут вообще-то важные съемки происходят, как бы. Не смущает вообще. То есть, когда ты нормальный, адекватный ребенок, да, серьезный. Да. То есть, я тебя не должна снимать. Я тебя снимаю только когда ты вот в таком вот идиотическом виде. Ты сейчас перед зрителями пытаешься оправдать то, что я... Видите, он меня слушается. Иди, выйди, ему скажи, получше. Звук меня слушается. Не папа. Да, гуляла я сегодня. Ты уже опять по второму кругу пошла. Да подожди, ты не даешь рассказать. Гуляла сегодня. Опоздала на целых 7 минут. Вот, но человек опоздал на 10. Так что, ну... Ужас, получается-то я не опоздала, а человек опоздал на целых 3 минуты. Но я его не на холл где-то. Вот. Как-то так. А, джи. Ой, штаны.
Это ботинки, а вот что-то еще тут есть. Вот, а, и свитер. Порвала куртку. Вот, как у вас дела? Папа пришел, который шуршал. Веселый поезд будет. Поезд. 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 Чу-чу! Просто ударение не умею ставить. Ты сейчас что, контент делаешь или что? Чего я делаю? Я фигню какую-то страдаю, по-моему. А потом она, знаешь, сейчас скажешь, мам, ты это же не выложишь? Там... Не, почему? Нет, выложишь? Почему-то... Я же знаю. Все? А что можно нажать? Все? Нет, подожди, надо что-то нажать. А мне? Я упаду сейчас. Я на коленях стою. Где бабушка? Где бабушка? А, она там переживала по поводу того, какой один из сторон. Я сказала, что они нормально общаются. И что мне теперь делать? Что-то я голубь. Какой кошмар. Вот так мы и живем. Не, обычно у меня такой прям... Обычно мы ее не видим. Нет. Ты думаешь, я с друзьями такая? Ну да, я такая. Обычно она сидит у себя втихонечку в комнате, нет, поэтому когда спрашивают Делика, я говорю, тихо. А, настроение такое называется лиса. Я в таком настроении начала пародировать лису, потому что я как-то увидела в ТикТоке, вот в таком настроении увидела в ТикТоке, как кричит лиса, и подруга записывала голосовое, как я кричу, как лиса. Вот, поэтому я лиса. Нет! Вот так они орут. Ой, господи. Да, давайте, двигайся. А я застряла. В автобусе, сейчас видимо. Мы поместимся все. Мы сейчас что-нибудь у нас получится. Так вот, я лиса. Это настроение давайте называется посмотреть. Лисье, ну, да, настроение. Конечно, да. А мне, кстати, по-моему, сломалось. Вот. Партроник. А что ты выключаешь? Ну, все, поехали. Говори, до свидания, все. Всем пока! С вами была Лика Лиса и мама Скучняшка. Мы всю дорогу обсуждали, пойдем в Ашан или нет. В общем, решили все-таки пойти. Так что мы идем в Ашан. Кстати, все каждый раз хочу рассказать и забыла. Мне решили проблему с аккумулятором. Приехал специалист, Денис вызвал специалиста, который подобрал, какой нужен этот аккумулятор. И мой посмотрел, говорит, он неплохой у вас, но не очень маленькая мощность. Поэтому, говорит, это не для этой машины. Поэтому, говорит, у вас он и постоянно это садился. Ну, в общем, теперь у меня новый аккумулятор, я счастлива и довольна. Вот, а еще у нас каждый раз, когда мы подъезжаем к Ашану, проблемы. Не знаю, есть ли у вас такие проблемы. У нас тележки, ну, 10 рублей. Чтобы взять тележку, надо воткнуть 10 рублей. Ну, потом ты их можешь вернуть, а можешь оставить, типа, как чаевые тому, кто будет ее забирать. И отвозить на место. Мы каждый раз начинаем судорожно искать эти 10 рублей, у кого они есть. Вот. Один сидит и говорит... У меня есть. А, или нет, подожди, маска сейчас. А, есть. Говорит, есть на Алиэкспрессе, говорит, есть брелки. Типа, как 10 рублей, чтобы тележку брать. Я говорю, прикольно. Он говорит, не, не прикольно. Говорит, надо постоянно возвращать тележку. А мы оставляем, как правило, не 8. Но сейчас мы посмотрели, еще народу мало. Поэтому решили поехать. Чего вы ржете-то? Чего вы ржете? Мы решили, что больше в Ашан не пойдем. Это как-то вообще... Во-первых, цены серьезные, я не знаю. Намного в Ашане дороже, чем в обычных. Даже в Спаре. Дороже Спара. Масло. Я в Спаре беру со скидкой на цене. По 109 рублей. Здесь 139 такое масло. Или 169. Ну, очень много. И мы практически ничего не взяли. Я вам покажу. Вот просто ради интереса покажу, что мы сегодня купили. И это на 8 тысяч. Ну, как бы... Ну, реально. Ну... Дорого там стало. Нету ни скидок. Раньше в Ашан было выгодно ездить. Ну, прям скидки. Зато мы приперлись в Леруа. Я оценил по 60 рублей. Я вот думаю, я в том году, помните, покупала гиацинты тоже в горшках что-то. Может, сейчас они мне успеют вырасти. У меня есть тут свободные горшки. Попробовать, что ли. Она меня преследует. Она не дает мне снимать. Самое интересное сейчас выбирать люстру, как мама будет, я даже не знаю. Люстра. Нет, хочешь, чтобы она диодную взяла себе. Вот это мне нравится. Вот это вот. Вот, да. Вот это.
Но она белая так, на очень самом деле. Очень мне нравится. Да? Да. Бабушке покажи. Я шучу. А мне нравится. Денис маму напугал, короче. Мама люстры себе увидела, и там вот такие лампочки. Короче, ну там она хорошо мама смотрится, потому что лампочки такие. Подожди. Вот. И говорит, она 1000 рублей стоит, напугал ее, короче. Баба такая, 603. Но говорит, вот есть 186. Короче, мама расстроилась. Я думаю, бери, какой нравится, их надолго хватит. Да-да. Мы дома уже. Короче, в этом мы ничего не купили. Бля, там, в Леруа вообще ничего, то, что нам ни люстру мама не подобрала, ни карниз бабушки. Вот. Ну, сейчас я вам покажу, что мы купили в Ашане. Ой, напилась я, целую бутылку выпила. Мама записывает. Да я с папой разговариваю. Перечислили, кто что делает? Мама купила себе конверт со слоном. Сейчас покажу. Смотрите, 2 небольшие сумки тут, 2 пакета и еще сумка. И рыжий. Ну вот взяли такую бутыль. Мама уже бабушке отдала. Купила ей кроссворды. У нас бабушка постоянно гадает, вот такой толстенный журнал. Бабушка будет теперь вообще ночами не спать. Она ночами нас любит гадать. Что ты орешь? Вот. Буду сейчас разбирать, ну и быстро вам покажу, что как. Чипсы. Лика с Денисом все купили. Вот такие 2 сырка. Вот такие сырки. Сколько их? 4. Лика вот таких 3 взяла. 3 ноги очень вкусные. Вот такие сырки. И это мама или кто-то себе Лика взяла себе судоку. Для умников и умниц. Прям как будто для Лики написано. Вот, видишь, мои, подписано судоку, мама с моим именем производит. А мы до сих пор не купили. Это как вот так? Купили. А почему, подожди, а почему они мне не платят за то, что используют мое имя у себя на судоку? А где твое имя? А как? Умница! Это не имя. Призвание, хорошо. Следующая сумка. Вы слышите вот это мяу? Это он так есть просит. Ему еду кладут, он орёт. Так, это... Кто покупал? А? В этом, на открой, там вон, где этот стоит. Продолжаем. А там то, что осталось. Еще одна Милка, еще одна нога. Это ли ты себе, да, взяла? Угу. Взяла какой-то исторический журнал. Я всегда покупаю. Это тетрадка. Еще одна тетрадка, еще одна тетрадка. Какие милые тетрадки. А, это блокнот? А, нет, это тетрадка моя. Еще одна моя тетрадка. Какие хорошенькие. А вы уже бабушкина. Угадайте, чье? Пишите в комментариях, кто угадал. Я думаю, бабушкина. Кто угадает, тому шоколадка. Это мама. Это бабушкина шоколадку. Сейчас. Спасибо. Так, это вот булочку. Я в этот раз звала не с луком, как в тот раз была какая-то. Фатир с тоже с луком. Ну ладно, без лука. Фатир с луком. Это Денис с Ликой, а это Лика взяла кое для чего. Кое для чего, да? Я ж не могу говорить ничего. Ничего, молчи, заткнись. Игры, молчи, игры. Рот закрой свой, в конце концов. Что тебе лишь бы трепаться? Я ем. Че заход? У меня тут маленький краешек, где я могу. Короче, купил все конфеты мои любимые. Они чернослив, в очень вкусном шоколаде и... Это так и написано, чернослив. Да, и там еще орешек. Прям обожаю. Там сколько стоит? 514 килограмм. Вот полкило здесь всего. Они тяжелые. 514 килограмм. Это Денис, как всегда, косичку взял. Хлеб белый. Это на горячие бутерброды с утра. Это блинчики с малиной и с клубникой. Их по 2 порции. Теперь приходится по 2 пачки брать, нас же много. Денис сказал, что очень вкусная колбаска. Ну, сегодня без круассанов, зато... с такими пончиками. Вот я говорила, что было круассаны. А не было. Их просто не было. Красная рыба это ликусеньку. Ликусеньку. Ликусеньку и будем молоко. Есть. Молоко. 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 Так, я себе взяла личи. По 219. Ой, по... Да, 219 в итоге не в Ашане. А в этом 329. Ну, 320 в Ашане взяла. Укроп для салатика. Это... Короче... Это вот дорогой сыр дочи. А это нам попроще. Не знаю, почему вот этот сыр был 59 рублей. Мне интересно, что это за сыр. В общем, это у нас горячий бутерброд. Готова поспорить, что в итоге они будут есть с моим. Это литье для ее роллов. Вареная колбаса на бутерброды. Это нужно мне. Это нужно мне. Это я, помните, вам показывала. Опять взяла, он опять был со скидкой. Я взяла себе карамельный.
А это Ликуся сказала, что это нереально вкусные конфеты. А шли? Это с мокрыми лапами. Название смотрю. Слышите, что я говорю? Так, дальше. Чуть не забыла вам показать ряженку. Мы второй раз берем. Она невероятно какая-то густая и очень вкусная. Вот это именно продукция. Пожалуйста, плотность фермерский ряженки продукт. Мне уточни. 4%. Это жирность, а я говорю плотность. А плотность, я не знаю, надо посмотреть. Не учила физику в школе. Так, это такой йогурт. Это все Денис набрал. Бекопаса. Это такой йогурт. Это сыр. Это еще такой йогурт по 39 рублей. Капусту хотим попробовать заквасить. Сырочек для бабушки. Клубника замороженная. Огурец. Мандарины. И взяла вот такую, смотрите, курица. Ой, замаринованная с апельсинами. Хочу попробовать ее приготовить. Это еще две пачки блинчиков. Это я взяла телятину. По 39 рублей. 600 грамм взяла. Хочу сделать вот такое, ну, типа, как я говорила, мам, ну, эти, не макароны, а как лапшу с овощами и телятинкой. Это окорок, свиной хороший кусок, прям такой, по 239 рублей килограмм. Грех было не взять. Бабушке кефир. И осталась одна сумка. Так, все. И вот все, собственно, вода вот такая липецкая, газированная, не газированная. Сыж две штуки и вот такой вот водичка. Вот такая на бликсе взяла. Все. Вот на 8 тысяч рублей. Смотри, что они тут делают. Вечер вкусняшек. Подготовка к просмотру фильмов. Причем мы не вместе будем смотреть. Да, мы разные будем смотреть, а вкусняшка будет. Вкусняшками мы делимся. У них тоже есть сыр, потому что и не обделили. А у меня я сейчас вот этот свой любимый сыр. А вот у тебя месяц. Какой-то другой? Да. Мне просто вот этот больше нравится, чем сыр косичка. Так, мама, ты себе ничего не покупала? Где твоя мисочка? Я подрезаю все. Мы все переживали, что кухни здесь у нас маловато. Она, конечно, меньше, чем там была. Вот. Но сейчас мы все тут собрались с сумками, все разгребали, и все поместились, и все было прекрасно. Так что прям вот все как-то в одно время собрались. Что-то тут гогот, короче, смех. Все было. Кошки, собаки, ага, я вижу, завалился. Кот уронил сидушку со стола. Ой, со стула. Прыгнуть пытался, уронил. И теперь просто на ней валяется прямо на полу. Такой довольный. Я сейчас буду готовить два блюда. Я сегодня, кстати, готовила блюдо элементарий. Сейчас я покажу вам. Ать, какое оно. Во, вот это. Но оно так быстро его съели, что я не успела вам показать. Вот такой вот, как это, пирог или что это назвать. В общем, готовится очень быстро и просто. Вот вам рецепт, если хотите, почитайте. Реально, слоеное тесто раскатывается. Я вам быстренько расскажу. Духовку ставить на 190 градусов. Пока греется, раскатывайте тесто прямоугольником, ну, чтобы на противень поместилось. В миске замешивайте курицу. Ну, мне крупно можно, поменьше. Грудка куриная. Наверное, солите, перчите. Туда сметану. И у меня был такой, там что-то карри. В общем, такая паста, карри, томат, смесь. Ну, как бы приправ. Короче, все это замешиваете. Выкладываете на этот пласт с этим тесто. Слоёное. Да, тесто слоеное. На пласт теста. Ну, как бы выливаете, и сверху просто фасоль стручковая. Выкладываете и в духовку на 25 минут. Знаете, выглядело это так, как-то я вытащила, думаю, а, там еще, знаете, что в рецепте было? Надо было лук с чесноком добавить. Вот мама говорит, чеснока, конечно, можно добавить сюда, было бы вкусно. Но я лук, ни чеснок не стала добавлять, он такой там был, мне прямо вот лишним это показалось. И знаете, даже бабушка, насколько она у нас такая... Еде привередливая, она прям два куска сегодня съела. Очень быстро съели, выглядело не очень, но в итоге прям реально очень вкусно. Вот, а я сейчас буду готовить сейчас вот такие два блюда. Ой, ну короче, индейка с соусом баффало и овощи, и курица с булгуром и романеско. Буду готовить, потому что завтра привезут уже новые мне элементари. А на вечер мы сегодня промотались по магазинам, и времени уже, ну, как бы, конечно, можно, все у нас есть что приготовить. Ладно, давайте это быстро уже доедим, сделаем, и то все уже разбежались, бабушка там, кто кефир, кто творог, кто вон чипсы с этим, в общем, приготовить надо, чтобы просто не испортиться, что я все уже разморозила. Мама сегодня йогурт сделала в йогуртнице, вот.
Я сказала, да, что мы ничего не выбрали, поедем в твой дом. Наверное, в понедельник. Там я вспомнила большой ассортимент, заодно там маме кровать посмотрю. Ну, короче, съездим в другой магазин. Как-то испортился Леруа вообще. Вот. Ладно, буду готовить, сейчас что-нибудь по ходу, может, покажу.